день. Сегодня опять расскажу вам про маленькие хитрости, связанные с заводкой двигателя. Ну, для примера, берем двигатель Бейма 13 лошадиных сил. Установлено на мотоблоке Grasshopper. Значит, смотрите. После долгого пребывания в гараже, в сарае, либо просто под открытым небом, под навесом, бывает иногда очень трудно завести. Вот эту ручку можно дергать практически бесконечно долго, пока не устанет рука. Для того, чтобы закачать топливо через этот карбюратор в цилиндр и получить хоть какую-то работу двигателя. Однако есть способ попроще. Для этого нам понадобится вот это. Вороток, головка на 10. Смотрим на карбюратор. Внизу в отстойнике есть два болта. Вот этот нижний болт лучше вообще не трогать. Ни при каких условиях. Ну, только если вы не начинаете разбирать карбюратор для того, чтобы почистить его, так, промыть. А нас интересует винт, который вот закручен сбоку. Для чего мы это делаем? Смотрите, когда долго стоит, карбюратор опустошается. Ну, все-таки бензин, активная среда, испаряется, и все пустоты заполняются воздухом вместо бензина. Для того, чтобы не рвать этот рычаг и легче организм ко всему отнесся, мы берем, приоткручиваем просто этот винт понемногу. Начинает сочиться бензин. Вот чуть-чуть пошла капелька, чуть-чуть. Подождем. Ну, думаю, достаточно. И закручиваем его на место. Пробуем запустить. Если не запустится, операцию повторим еще раз. Но сейчас все должно получиться у нас. Закрываем заслоночку воздушную, проверяем, чтобы не стоял на передаче, чуть-чуть газу даем и заводим. Добавили еще немножко газу. Заработало! Все довольно-таки просто. Достаточно просто поработать вот с этим винтом. Кстати, чуть не забыл. Не забываем подписываться на наш канал и ставить лайки. Ссылочка внизу.